Kanka vaktim bir rapti bu. Kişi dinliyorum ben. Ya kişi dinliyorum. Kurum bir tane kapkaran. Çalışıyor. Opa! Sıkı! Kaşatya! Edeyim böyle pısta ha? Yeah. Ay kurum mu anladın? Böyle. Alhamdülillah. Allah-u Ekber. Allah-u Ekber. Hey. Yıkın şimdi bana kumuk çetim dolayı be. Kızma ona bağlama. İsmi ne karı? Bilemeyiz. Kızmış. Bağlama. Şimdi bunu bağı görüyorsun. Şimdi lan. Sıkayım lan. İyi boktan. Şiyem. Ay. 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 Туда попал, слышь? Он там жарится, снимай быстрее. Да-да. Мясо. Как ты так оказался? Давно катаешься? Ща, маленький. Потерпи чуть-чуть. Он решил найти хозяина себе сам. А на теле жарится. Возьми радиатор. Сейчас, мама. Вот здесь начинаешь. Не, лохматый, ты что, смертник, что ли? Ты поставишься? Да, мне снимать не надо. Не, лохматый. Операция спасения. Жители Актау вытащили котенка, застрявшего в ходовой части автомобиля, сообщает информационный портал закон.кз. Вот он, дальше, на той коробке, вот он. Жители Актау услышали жалобный писк из-под автомобиля. Не задумываясь, молодые люди сняли колесо, и 24-летний автослесарь забрался под машину. Спасенного котенка напоили и накормили, но стоило только отвлечься, как он сбежал. Необычная операция по спасению кошки и двух котят развернулась в одной из многоэтажек города Актау. Животные застряли в вентиляционном отверстии. До этого несколько дней жильцы двух квартир слышали кошачье мяуканье, но не могли понять, откуда именно оно доносится, пока один из соседей не заглянул в вентиляцию. Однако достать животных оттуда было непросто. Проем оказался слишком узким. Очевидец скинул клич о помощи в интернете. На него отозвались несколько человек. С помощью инструментов они сломали стену и распилили металлическую трубу. Спустя несколько часов работы кошка и котята были свободны. Их, кстати, приютила одна из жительниц Актау. Сейчас женщина подбирает имена питомцев. Спасательную операцию с использованием спецтехники сняли на видео в Актау. Котенок забрался на арку теплотрассы и не сумел самостоятельно спуститься на землю. Увидев это, рабочие попытались ему помочь, но добраться до труднодоступного места не получилось. И тогда к арке подогнали погрузчик. Один из мужчин встал на ковши, его подняли к опоре, где застрял котенок. Операция по спасению закончилась благополучно. Oh!
Актауский приют для кошек в опасности. Почти полсотни бездомных животных пытаются выселить жильцы соседнего дома. По словам людей, они устали от того, что кошки регулярно оставляют следы в их подъездах. Мы устали от этой антисанитарии. Там куча кошек, штук 30 или даже 50, среди которых есть и больные, и, наверное, с инфекциями разными. Эти животные постоянно гуляют по двору, гадят в нашем доме. Все наши соседи против того, чтобы этот приют здесь находился. Пусть найдут себе другое место обитания, например, за городом. Волонтеры все обвинения отрицают, говорят, в приюте чисто, и туалеты у всех кошек свои. Мусор в подъездах, по словам зоозащитников, оставляют люди. На животных же соседи просто устроили травлю, чтобы отвоевать участок под детскую площадку. Из-за скандала владельцы здания дали волонтерам 2 недели на переезд. Зоозащитники теперь в спешке ищут новое помещение или хозяев для своих подопечных. В Акимате, к слову, уже 6-й год обещают построить в городе здание для бездомных животных. Получается, сейчас всем тем животным, которым мы ранее оказывали помощь, то есть помогали им после восстановления, после ДТП, после лечения, после операции, и дальше находили им, ну, то есть это такой конвейерный прием, грубо говоря. И все это сейчас будет остановлено, и здесь все животные, они просто пойдут, наверное, на улицу или мы не знаем куда.